Индийский город Джодхпур теряет свою идентичность. Большинство жителей голубого города не хотят поддерживать многовековую традицию окрашивать свои дома в голубой цвет. Издавна таким образом люди отделяли жилища высшей касты брахманов от домов представителей более низших слоев населения. Оттенки синего считаются священными, так как ассоциируются с индийским богом Шивой. Из-за близкой расположенности города к пустыне Тар считалось, что голубой цвет отталкивает солнечный свет, а голубой известняк, из которого делают краску, спасает от москитов. Несмотря на все эти положительные стороны, многие местные жители хотят сделать свои дома более современными. Остальные же, напротив, недовольны тем, что город лишается своего исторического характера и наследия. Они также предложили штрафовать жителей, которые меняют цвет своих домов. С годами предпочтения людей меняются. Когда они строят новые дома, то красят их в другие цвета. Если раньше использовали краску индиго с добавлением лайма, то теперь дома красят масляными красками. Мой дом голубого цвета. Я купил еще один, который тоже покрашу в этот цвет. Я хочу быть частью наследия, чтобы иностранные туристы и другие гости оценили его.